Жители Астрахани, у которых 10 лет подряд течет канализация, с наступлением морозов приглашают на фекальный каток. Я вот как житель улицы Куликовой и в частности дома 79 хотела бы, чтобы администрация города наконец обратила внимание и решила проблему с канализацией по нашей улице. Потому что на протяжении 10 лет мы мучаемся от протечек канализации. Видите, что мы утопаем. Признавайся, где ты был 10 лет, пока Астрахань утопала в г***? Проблема не решается. Бесконечно приезжает водоканал. Он временно решает проблему. Она через неделю возникает опять. Вы сами видите, какое озеро известно. Надо аккуратно идти, чтобы не окунуться в величие. Уриные реки, фекальные берега. Так видите, у нас теперь нет здесь ни дороги. Дороги из-за этого все разбиты. Грязь. Это и летом, и зимой. Это постоянно. Мы устали. Вот обращаемся к администрации. Решите нашу проблему. Решите проблему с насосной станцией. Может еще чем другая проблема. Госструбет. Мы в инженерных сетях не разбираемся, но проблема в чем-то есть в общем. Да, проблема, скорее всего, либо в трубах, либо в насосе. Терпеливость, покорность, готовность подождать, потерпеть – это тут ни при чем.